Приветствую вас, сочувствую вашей ситуации, в которой вы оказались. Ситуация на самом деле непростая, действительно, она в какой-то степени достаточно сильно давящая на вас, это совершенно очевидно и понятно. Вот, и, конечно, у нее есть некоторые шероховатости, подводные камни, которые очень сильно осложняют вам вашу жизнь. Итак, развелся, вы пишете, 2 года назад. Ну, здесь в первую очередь нужно понимать, что развод — это всегда травма. Это всегда психологическая травма. Важно, чтобы вы эту травму прожили, то есть даже если люди разводятся по той причине, что отношения закончились, или по той причине, что там, ну, в смысле, чувства ушли, конфликты, то есть какое-то такое осознанное решение, да, или там у кого-то из партнеров появилось там либо новый партнер другой, в котором не чувствовал ник, либо там образ жизни не позволяет дальше находиться в браке, то есть когда все происходит так относительно спокойно и по желанию, даже в этом случае развод является травмой, потому что это всегда нарушение, ну условно говоря, привычного образа жизни, вот, практически, практически всегда, вот, это так. И, соответственно, травму нужно прорабатывать и проживать, вот, это важно. И если вы этого не сделали, то, соответственно, нужно это сделать. Дальше, есть сын, 2,5 года. Разводились по соглашению, что алиментами будет моя плата за ипотеку. Помимо этого, я добровольно оплачиваю ЖКХ и половину стоимости сада для сына, еще 10 тысяч. Ну, мне кажется, что с учетом вашего взаимодействия с сыном, мне кажется, это слишком много. То есть, может быть, вы это и когда начинали делать, вы этого хотели, но сейчас, мне кажется, это слишком много. То есть мне кажется, что вот один из факторов, который образует эту ситуацию, это то, что вы взяли на себя слишком много и, соответственно, слишком большая ответственность. Дальше идем. При этом с бывшей женой отношения не клеятся. То есть вы. Ну, отношения всегда строятся два человека, соответственно, если она ведет себя определенным образом, то отношения у вас и склеиться не могут. С другой стороны, каких отношений вы ждали от своей бывшей жены с учетом ее особенностей, тоже важный момент. То есть не были ли ваши ожидания, например, чересчур завышенными, да, то есть не ждали ли вы от своей жены каких-то чудес, невероятных перемен и так далее, потому что, ну, что-то вот в вашем сообщении на это, как мне кажется, указывает, что я ожидал, что с женой отношения наладятся, с чего бы им наладиться, если вы расставались, собственно, уже из-за, ну, вероятно, каких-то сложностей и проблем. Поэтому здесь вопрос исключительно в, ну, не исключительно, не только, но в том числе это вопрос ваших ожиданий. Здесь, ну, вот. К
кроме того, вы пишете о том, что вас, ну, вас задевает то, что жена поливает вас грязью, вот, очевидно, вас задевает как-то то, что она пишет, что любит вас и т.д. и т.п. То есть вы чувствуете себя здесь, ну, может быть, не свободным, да, может быть, как-то еще вы себя чувствуете, что тоже вас, что тоже как бы мешает вам чувствовать себя свободным в этой ситуации. Вот, поэтому тут такой момент. Мягкость того, что вы говорите своей жене, то есть вот вы говорите, что да, что я мягко говорю, что все прошло и так далее. Вот, мягкость ситуации не спасает, потому что женщина вполне может быть это воспринимается как надежда, как слабость, как неуверенность, и даже если вы этого не вкладываете в свое сообщение. Опять же, много зависит от, ну, от характера, от контекста вашего развода. Потому что я, например, ну, я не знаю, вы не написали ничего относительно того, вот, что послужило причиной, основанием для развода. Вот. Как, в принципе, непонятно, на мой взгляд, насколько вы хорошо пережили развод и пережили ли вы его вообще. Вот. Потому что, ну, есть как бы основания полагать, что вы не смогли до конца пока еще пережить. Хотя понятно, что я могу ошибаться, и может быть у вас все в порядке уже в этом смысле давно. Достаточно. Вот. Понимаете, да? Что я здесь имею в виду? Надеюсь. Дальше идем. Так, время от времени, что мне писать, как меня любят, после того, как мне говорят, что прошло, и надо жить своими жизнями, начинает плевать мне газеты, говорит мне, что я ничего для них не делаю. Ну, понятно, это в данном случае здесь имеет место быть манипуляция, конечно, с ее стороны. Вот, манипуляция вами, безусловно. Вот, но я думаю, что вы сами это прекрасно понимаете, что это манипуляция вами. Вот. А вопрос немножечко в другом. А как вы реагируете на то, что она вам вот говорит, что любит вас и так далее? То есть вот у меня, например, сложилось вот такое впечатление, что вы на это реагируете не совсем-то уж и равнодушно. Вот. У меня такое, по крайней мере, впечатление сложилось. Я, конечно, могу быть неправ, могу ошибаться здесь. Но если есть у вас вот что-то подобное, то, конечно, на мой взгляд, имеет смысл на это обратить внимание, потому что это может быть достаточно важным, и это может быть одним из как раз тех вот ну, факторов, да, которые влияют на вас. Вот, влияют, ну, влияют как, да, влияют, я имею в виду, достаточно негативно влияют. Вот. А, так же, как и то, что вот она говорит, что вы ничего для них не делаете. А вот. А я не согласен, тем я ничего не делаю. А помимо несогласия, что еще у вас есть? Мне ведь кажется, что, ну, что не только несогласие здесь присутствует. Мне кажется, что
помимо несогласия есть еще какая-то обида, может быть, злость на вашу жену, да, ну, мне так, опять же, кажется, и если это правда, то есть, если у вас, ну, действительно, вот, что-то такое есть, вот, то мне кажется, что будет лучше для вас, если вы это признаете, что я чувствую вот не только несогласие, что меня это раздражает, что мне неприятно, ну и так далее, так далее, так далее. Вот. А вы ведь получается, что в какой-то степени вы себя обманываете здесь, в этой ситуации. Вот. То есть, может быть, вы пытаетесь показать, что вас это трогает не так сильно, да? Но на самом деле вас это трогает весьма весьма серьезно и весьма весьма, ну, болезненно, что ли, вы на это реагируете. Вот. Поэтому моя идея заключается в том, чтобы обратить на это ваше внимание. Вот. Дальше. Так, при этом из-за подобных сценариев мнится, у меня все растет больше желания действительно ничего не делать и выкинуть цель к часам и к часам из головы. Ну вот, важно понимать, как вы реагируете на ссору, во-первых, во-вторых, важно увидеть, какой ваш вклад в ссору. Вот, ну, в смысле, в конфликт, да? Вот, потому что без вас, ну, без вашего участия ссоры бы не было. Вот. Поэтому вы вносите какой-то вклад в ссору. Вы принимаете, грубо говоря, участие в конфликте. Вот. И это, мне кажется, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что вы можете, условно говоря, это пропускать. Вот. А пропускать это нежелательно. Вот, если вы хотите, условно говоря, ситуацию справить, да, если вы хотите контролировать вот то, что происходит с вами, если вы хотите, чтобы это не выходило из-под контроля, вашего контроля. Вот, так что здесь обязательно такой аспект. И опять же повторюсь, слишком много, мне кажется, не смотрел. Брать и приводить деньги, никак не общаться ни с Божей, ни с сыном. Ну, я бы сказал, что, естественно, это вот только моя такая позиция, ни в коем случае не хочу вам ее навязывать, но, на мой взгляд, смешивать отношения с женой и сыном не очень хорошая идея. Вот, я, конечно, не знаю, как вы относитесь к своему ребенку, да, вот, но мне кажется, что если у вас именно к ребенку чувство хорошее, то нужно разграничить это и общаться только с ребенком, как бы вне контекста с женой. Вот так вот я бы сказал. Вот это вполне возможно. Жена не имеет никакого права
вам в этом препятствовать, хотя и, может быть, попытается, используя, может, ну, например, используя там какие-то ваши, может быть, незнание ваших прав, т.п. Вот. Но это вполне, вполне реально. Повторюсь, крайне важно разграничить восприятие ребенка и жены. Вот. Крайне, крайне важно этот момент сделать. Если вот, ну, вас беспокоит ребенок, ну, то есть, словно, если вам не все равно на своего ребенка. Вот так тут как-то работает. Вот. Следующее. Так, могу сказать, что я на самом деле не пытаюсь огромного желания видеть сына постоянно, да, классно малыш, но связано с мамой, что естественно для меня центрирует отторжение негатив в чистом виде. Ну, это, на мой взгляд, результат того, что отношения с мамой у вас не до конца, что называется, проработаны. То есть вы неравнодушны к маме до сих пор. То есть у вас, конечно, есть негатив к ней, к маме, то есть к вашей жене. Вот. Это правда, есть негатив. Но важно понимать, что негатив негатив, негатив негативом, да, вот. Но это неравнодушие. Все равно, каким бы, ну, каким бы оно ни было, это именно вот что неравнодушие. А неравнодушие, это значит, ваша боль, ну, ваша личная боль, скажем так, вот. И неравнодушие, это, ну, ваша уязвимость, я думаю, что это в какой-то степени это понятно. Что это ваша такая, знаете, ну, личная уязвимость. Вот. И, конечно, вы чувствуете, что не являетесь, ну, вы чувствуете, что не являетесь собой в этой ситуации. Вот. Это естественно, потому что ваши чувства, они не просят и не дифференцированы. Вот. Возможно, я вот хочу отдельно подчеркнуть этот момент, что только возможно, я не знаю, как на самом деле, но возможно, вам не с кем и некому было поплакать, попереживать, когда вы развелись со своей женой. Вот. Возможно. Опять же повторюсь, я не знаю, как ситуация на самом деле. Может быть, я не прав. Может быть. Но пока что, вот мне кажется, такой аспект. Пока что, мне кажется, так. Дальше идем. Дальше идем. Я зачастую стала себя проводить все время. Ну, это вот, наверное, худшее, что вы можете сделать. Вот. То есть худшее, что вы можете сделать, это пытаться себя заставлять. Пытаться себя заставлять проводить время с сыном. Потому что ребенок, он подобные вещи чувствует, что с ним
как бы несчастливы, вот, и реагируют соответственно. Вот, то есть, может быть, было бы лучше, если бы вы не проводили своим ребенком время через силу. Вот. В этом контексте, да, конечно, проводить нужно столько времени, сколько вам хочется, а не столько, сколько, ну, нужно и так далее. Нет. Потому что ничего хорошего из таких проявлений, ну, как правило, не получается. Вот. Дальше идем. После последней такой вот ссоры, я понимаю, что больше не хочу бывать там. Ну, я бы вам, во-первых, смотрите. Если я верно понял, то ссора протекает каждый раз примерно по одному и тому же сценарию. Вот. Как-то вот немного, я бы сказал, странно, что ссора протекает по одному и тому же сценарию. Я думаю, что когда происходят подобные вещи, всегда есть некая, знаете, некая, может быть, скрытая выгода в том, чтобы, ну, чтобы подобным образом ссориться. Вот. Поэтому здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру скандала. Вот, она есть в интернете. Вот. Вы можете ее изучить и посмотреть, насколько вот то, что описывается, грубо говоря, там соответствует тому, что происходит с вами, да? Потому что уж очень, я бы сказал, похоже, очень похоже на вот то, как раз, что описывается в психологических скандалах. Дальше. Вы понимаете, что не хотите бывать там. И с одной стороны, да, вы не хотите там бывать. Это нормально. Это нормально. Но так ли это связано с вашим сыном? И так ли это связано с вашей женой, которая, да, ведет себя образом не лучшим? Это совершенно очевидный факт. Ну, вот. Но мы-то говорим не столько о ней, сколько о вас. Мы говорим о том, что, может быть, вы реагируете как-то на нее определенным образом. Вот. Поэтому я бы сказал, что обратить внимание здесь нужно на это, на вашу реакцию. Как мне кажется, по крайней мере. Дальше. Что-то внутри меня говорит постоянно, что я не брал, что это долг и все прочее, но я стал от этого. Ну, мне кажется, что здесь вы ловушки оказались. То есть, ну, понятно, что. Ну, я надеюсь, что понятно. Никакого долга ни перед кем у вас нет, ну, разве что перед законом, да перед ребенком. Вот. А в остальном я бы сказал, что
вы сами себя загоняете в рамки. Вот. Может быть, вас тяготит этот самый долг. То есть жена, она вполне может давить на вот эту вот нотку, на вот эту вот на это место больное, больное место ваше. Вот. Что я должен, вот. Что я обязан и так далее. Хотя, по факту нет. Вот. Воспринимая сложившуюся ситуацию сына как такового, результата моей безответственности и нерешительности развестись куда ранее. Ну, здесь, конечно, чувство вины у вас довольно сильное, как мне кажется. Вот, и работать, я бы сказал, вам нужно с ним. А чувство вины — это злость, которая частично выражается в ссорах с женой, как один из вариантов. Вот. Но мне кажется, что даже в ссоре с женой вы себе не позволяете полностью свои чувства, ну, свои чувства выражать. Мне кажется, даже с женой вы, точнее даже в ссоре вы не позволяете себе полностью выразить злость. Вот. Также важно увидеть основания для нерешительности, которые у вас есть. Вот. Потому что нерешительность, да, она очень редко, когда бывает приятно, это правда, вот, но тем не менее, она все же бывает, у вас она есть, она с чем-то связана, и я не знаю, замечаете вы или нет, но сейчас вы также находитесь в этой, ну, в этой вот нерешительности. Вот, и, на мой взгляд, очень важно либо принять то, что вы, в принципе, в целом бываете и можете быть нерешительны, или учиться больше полагаться на себя, потому что нерешительность, она связана с этим, как правило, с тем, что человек себе не может доверять. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, этот момент в виду, да, и не отделяйте одно от другого. Было бы довольно грустно, если бы вы это делали. Дальше. Это давит и хотел бы с этим справиться, не говорю себя, находясь в чистилище, между должен, и чего ты на самом деле хочешь. А чего вы хотите на самом деле, Дмитрий? Чего вы хотите? Я испытываю жалость. Ситуация к ребенку даже к бывшей жене. Ну, жалость, как правило, чувство призванное, когда обесценить жену, ребенка и прочее. Вот, поэтому обесценить, то есть, ну, то есть, по сути, отграничить. Вы пытаетесь себя отграничить от жены, например. Вот. На мой взгляд, в общем и целом, сомнительная история. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Дальше. Это, пожалуй, не то чувство, которое может быть созидательным. Да, вы правы, это не то чувство, которое может быть созидательным. 100% здесь с вами согласен. Это не то чувство, абсолютно.
прошу помочь. Поможем. В части того, что я хотел бы понять, как мне действовать, как найти внутренний баланс, это психотерапия, Дмитрий. Как перестать держать себя его правильно или неправильно? Спасибо. Это психотерапия, Дмитрий. Формат вопрос-ответ, такие моменты, ну, не решаются. Вот, память правильно, дело ведь не в том, что там, допустим, я или кто-то другой хотим продать вам психотерапию. Нет, дело в том, что просто это неэффективная помощь. Вы, если бы могли решить свои проблемы, прочитав или прослушав совет, то уже давно решили бы. Вам вряд ли нужна была бы в таком случае помощь. Поэтому мне кажется, что вам, ну, имеет смысл признать, что вам нужна психотерапия. Вот, вам и, ну, и возможно, вашей жене тоже. Вот. Ну, про жену, хотя это уже вопрос несколько отдельный. Вот. Так, спасибо. Ну, Дмитрий, вот тоже такой момент. На который я хотел бы обратить ваше внимание. Да? Какой момент? Момент следующий. Как вы себе это представляете? Вот. Ну, то есть, как вы себе представляете помощь? Что мы вам напишем какие-то рекомендации, вы будете их соблюдать, и у вас все получится? Нет? Да, каждого человека это свой путь. И у вас он свой. Понимаете? У вас свой путь. И вам нужно его найти. Для чего, собственно, и нужен психотерапевт. Вот. Понимаете, какая штука. А сейчас вы демонстрируете то, что обесцениваете свою важность, обесцениваете свою уникальность тем, что полагаете, что может быть к вам какой-то универсальный подход. Нет, нет. Не может быть. Дальше, я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам всего самого доброго, я хотел бы надеяться на вашу обратную связь, на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успехов вам!